Всем привет! Спасибо присоединившимся. Минутку, и мы начинаем с Божьей помощью. Пока послушайте классную шабатнюю музыку. Добрый вечер всем. Спасибо большое, что нашли время присоединиться ко мне. Ого! Всех рада видеть очень. Добрый вечер. Я только секунду хотела, во-первых, поблагодарить вас за то, что мой последний урок, самый короткий, который произошел на море, посмотрел такое невероятно большое количество людей. Для меня это было несказанным шоком и радостью одновременно. Но, с другой стороны, я задалась вопросом, что же такого было особенного в том уроке, что остальные смотрят 3-4 тысячи человек, а это посмотрело 10, слава богу. И подружка мне сказала, что, наверное, скорее всего, проблема в том, что все мои уроки, они длинные, и когда человек видит, что ему час целый слушать мой урок, он даже не начинает. А короткий урок 20 минут все с удовольствием посмотрели. Я хотела спросить у вас, насколько вам актуальны такие большие уроки, когда мы берем одну тему и пытаемся ее с разных сторон, со всех аспектов выкрутить и найти какой-то баланс, и узнать в глубину эту тему? Или вы хотите, чтобы у нас были занятия, которые вот 15-20 минут, понемножечку брать, откусывать и не смотреть вглубь в зерно? Если вам такие уроки по 20 минут будут интереснее, актуальнее, конечно же, я пойду на встречу, буду больше выходить в эфир с маленькими уроками. Или все-таки мы с вами продолжим и начнем вот так вот углубляться, так как мы краткость. И я поняла. Значит, сегодняшний урок у меня будет такой же, как и обычно. А следующий, с Божьей помощью, я постараюсь сделать короче и вытянуть самую-самую суть. Сейчас. Спасибо большое. Это был единственный урок, который я не готовила заранее, особенно поэтому меня удивила такая большая активность вокруг него. Ну что, сегодняшний урок, спасибо большое, он будет не 20 минут, но надеюсь, что и не час. Мы с вами попытаемся быстро все это сделать, поэтому начинаем. О, углубляться, спасибо большое. Вот тогда этот урок особенно для вас. Итак, мы с вами выжили все эти праздники, и сейчас с Божьей помощью мы начинаем сначала нашу книгу Тора, и с Божьей помощью это очень круто, если мы так же, как начали в Берешит с вами учиться, так же в следующем году в Берешит мы с вами и закончим, попробовав понемножечко от каждой недельной главы и попытаться взять на вооружение все, что говорит нам наша Святая Тора, как управление к нашей жизни и ко всем нашим действиям. Книга Берешит. Первое слово Берешит, первая недельная глава Берешит. И эта глава заключает в себе очень много мистических аспектов. И сегодня мы с вами затронем один аспект, который боялись на протяжении многих тысяч лет трогать большинство мудрецов. Они изучали всю нашу главу, но избегали чего-то, что мы с вами с Божьей помощью сейчас не только затронем, но и углубимся, поймем без боязни, потому что все, что, о чем мы будем с вами говорить сегодня, оно очень влияет на нашу каждодневную жизнь, так же, как и все, что сказано в Торе. Но сегодня это что-то особенное, с Божьей помощью. Итак, история про двух солдат, которые вышли на шаббат на отдых своей семье, на выходные, и оба пошли вместе в бар, и там потеряли свои два оружия.
Суд над этими парнями должен был быть очень строгим. Ни в коем случае не имеет солдат права оставлять свое оружие без присмотра, особенно оно украдено, оно тоже начали переживать, сколько звездочек слетит с их погонов. И решили они перед выходом на базу сделать себе такой пробный суд. Спрашивать вопросы, находить ответы для того, чтобы легче было как-то себя оправдать. И вот садится первый наш солдат, и второму начинает рассказывать: «Слушай, ну так и так, я вышел, я так давно не видел детей, я только пошел с ними на горки, отвлекся, опа, а оружия уже нету, я не знаю, что делать, и так прошу прощения, умоляю, в следующий раз такого не повторится». «Ну что же», — говорит тот, кто исполняет роль судьи, «я тебя прощаю. Я знаю, что ты это сделал непреднамеренно. Отделаемся маленьким выкупом, и 2 дня ты будешь отрабатывать». «Ладно, спасибо большое. Давай сейчас поменяемся местами, и ты попробуешь мне объяснить ситуацию, а я тебя буду судить». И этот второй играющий роль судьи начинает рассказывать: «Извините, пожалуйста, вот я пришел домой, и там у меня была жена, которую я давно не видел, только женился, и мы с ней поехали на отдых, и там я только отвернулся, ружья нету, я обещаю, что больше так не повторится, я всегда буду следить за своим оружием, и ничего больше не заставит меня отвлечься». Тогда второй так сидит, думает, говорит: «Ты знаешь, тут серьезное, конечно, дело, выговор, значит, тебе, 3 года тюрьмы и 1000 шекелей оплатишь штраф». «В смысле? Это в шутку, я тебя только что судил, Бамидата Рахамив это называется, во всей своей нестрогости, а ты меня берешь и вот так вот лупишь? Почему?» Он говорит: «Ну слушай, то, что было у меня, это первый случай такой в нашей бригаде, а то, что у тебя, это уже второй, ты очень, очень виноват». Вот мы сейчас с вами начинаем наш Новый год с того, что ни у кого из нас пока с Божьей помощью нету грехов. Все наши грехи стерты, перевернуты во что-то доброе, забыты. Мы за них уже понесли наказание. С Божьей помощью мы начинаем с нового листа. И вот сейчас, когда первый раз мы что-то грешим и за это просим прощения, Всевышний говорит: «Салахтики двореха, я простил тебя, будешь ты прощен». Когда мы делаем что-то второй, третий, четвертый раз, тут уже у Всевышнего возникают вопросы. «Ну, слушай, ну первый раз я тебя простил, ну второй, ну третий раз ты делаешь одно и то же, давай-ка пока подумай над своим поведением, сделай тшуву на самом деле от чистого сердца, и тогда я попытаюсь тебя простить». Мы с вами прошли невероятные 2 месяца, как мы уже говорили, углубление в нашу Тору, углубление внутрь себя, думая о наших мыслях, о наших чувствах, о людях, которые находятся вокруг нас. И опять же мы задаемся вопросом, как пронести вот эту вот всю святость, собранную за эти 2 месяца, дальше. И именно наша недельная глава дает нам невероятный толчок и ответ на все эти вопросы, и неспроста все эти знания находятся у нас в книге Берешит, когда мы всем начинаем учить заново Тору. Я уже говорила, что недельную главу Берешит очень многие, конечно же, со всех аспектов, с разных сторон изучают, но есть одна тема, которую многие мудрецы стараются не трогать. Многие из них говорят, что вся эта история, не надо никак в нее входить, потому что это не произошло на самом деле, это только машаль, пример, что мы можем из этого что-то выучить, а можем вообще и не учить. Естественно, это история про дерево познания добра и зла, про змея. Вообще, Абарбанель говорил, что он ничего не пишет про этот случай со змеем, потому что тот, кто ведет диалоги со змеем, он всегда проваливается. Поэтому лучше в эти дебри вообще не заходить. Но мы с вами пойдем за Рамбамом, который все-таки написал несколько фраз у Морэ Невухим про этот случай, и попытаемся что-то из этого вынести для себя. Начнем немножечко эту историю с конца. Всевышний сотворил Адама и Хаву. Они гуляли по саду и согрешили. Сейчас мы с вами все с Божьей помощью будем немножечко глубже разбирать. Пришел Всевышний и спросил свой самый знаменитый первый вопрос: «Аека». «Аека» — это переводится как «где ты?» «Где ты, Адам?» И что тогда Адам сказал? «Слышал я, что Всевышний идет по саду, ищет меня, ибо спрятался я, ибо ногой, ибо я раздет». Откуда ты знаешь, что ты раздет? Ведь все это время ты ходил без одежды, и тебя это не трогало.
И тогда Всевышний говорит, наверное, ты съела дерево познания добра и зла. И что, Адаму? Нечего ему было делать, как признаться. Вообще вся эта история здесь очень смешная, потому что Адам на вопрос Всевышнего, как это получилась ситуация, почему ты съел, он как ненастоящий мужик, вообще не пример для подражания, что он нам говорит? Так Всевышний, это женщина, которую ты мне дал, соблазнила меня, чтобы я съел этот плод. Мало того, что он винит во всем женщину, так он еще и пытается винить в этом Всевышнего. Ты мне дал женщину Всевышней, и из-за тебя, из-за нее я провалился. Сам по себе я красавчик. Но он переводит стрелки и начинает говорить, я ни при чем, это женщина, и это ты дал мне эту женщину, и поэтому я здесь вообще не виноват. Подходит он к Хаве Всевышней и спрашивает, милая моя, что произошло? И женщина начинает тут же переводить стрелки, научаясь этому у Адама, и начинает говорить, а что я? Я ничего, это змей. Я не виновата, это он меня толкнул. В общем, все, что там происходит, оно очень непонятно, смешно, неприятно. Но я хочу с вами зациклиться, и вообще весь мой урок строится сейчас на одном слове. Какое это одно слово? Ваохель. Вокруг одного слова, с Божьей помощью, мы сейчас с вами построим весь наш урок. Ваохель – это «и буду кушать». Адам говорит, я согрешил в прошлом времени, и я буду кушать плод. Что-то надо было сказать, как правильно было бы это изъяснить Всевышнему эту ситуацию. Я согрешил, я съел плод в прошлом времени. Тут он употребляет слово ваухель, и буду кушать этот плод. То же самое, когда Хава начинает переводить стрелки и оправдываться. Она говорит, змей меня соблазнил, чтобы я согрешила, и буду я кушать этот плод. И возникает вопрос, естественно, что за такой глагол странный у нас здесь, ваухель, когда надо было сказать, ахальте, я скушал плод, сейчас я готов понести за это наказание. Ваухель. И этим словом Всевышний нам говорит невероятную вещь. Что мало того, что Адам и Хава, они съели этот плод, но эту историю мы должны учить не как что-то произошло, что произошло тогда и повлияло на те поколения, а до наших дней, с той истории до сейчас, каждый из нас, потомки Адама и Хавы, кушаем этот плод, совершаем одни и те же ошибки, наступаем на одни и те же грабли. И Всевышний хочет нам показать, что они тогда сделали неправильно, и научить нас с Божьей помощью исправить это и привести праведного Машеха, потому что наша суть в этом мире только исправить первородный грех Адама и Хавы с Божьей помощью. Вообще вещь, которая меня поразила, как вы думаете, на сколько времени у людей, у Адама и Хавы был запрет не кушать это дерево, о котором мы тоже поговорим, такое мистическое дерево познания добра и зла. Как долго они должны были держаться? Кто-то знает? Мужчина и женщина, люди, первые, были созданы 1 Тишрея. Это тот день, когда мы с вами празднуем Рош Шана. Что мы празднуем? Мы празднуем создание человека, ибо для нас был сотворен этот мир. Написано в Торе и объясняют наши мудрецы, что если перевести на наше время, то Адам и Хава были созданы в пятницу примерно в час дня. Не прошло и три часа, и Адам и Хава согрешили. Говорят наши мудрецы, что Всевышний знал, насколько человеческая натура слабая. И он создал человека непосредственно перед шаббатом, потому что весь этот запрет, нельзя кушать плоды от дерева познания добра и зла, был до когда? До начала шаббата. Потому что сказано, что в шаббат мир находится в таком... Извините, пожалуйста. Мир находится в таком состоянии возвышенном, когда никакие плохие силы не действуют на наш мир. Поэтому этот запрет дерева познания добра и зла был нам дан только до 5 часов до начала шаббата, с наступлением шаббата. Они могли бы кушать и вот этого дерева тоже. Написано, что в шаббат мы можем не думать о запрете
наслаждаться едой, наслаждаться питьем, что обычно в обычный будний день нам сказано, что ешь и пей в меру только для того, чтобы тебе хватало дальше продолжать свой день. Но наслаждаться едой, наслаждаться едой ты можешь именно в шаббат. И рыбы, и мясо, и алкоголь, и десерты, и все что угодно. Почему? Потому что это никак плохо не влияет на твою душу, она находится в таком возвышенном состоянии с дополнительной шаббатной душой, что это никак не может тебя испортить. Дерево познания добра и зла Адам и Хава могли попробовать, подождав они несколько часов, но они не смогли. И это нас очень расстраивает, потому что мы с вами, соблюдающие люди, каждый на своем уровне, каждый день проходим через какие-то испытания, когда мы хотим одеть юбку нескромную, потому что она модная, хотим зайти в ресторан не очень кошерный, потому что он дешевле, хотим, я не знаю, у каждого свои какие-то нюансы. И мы стоим, и мы держимся, и мы знаем, что это правильно, что мы это делаем. Адам и Хава, самые святые люди, и они не смогли прождать и 3 часа, и тут же пали в этом грехе, за которым мы расплачиваемся до сих пор. Всевышний, когда вел Адама и Хаву по саду, он им говорил: «Миколь тухаль, от всего, Адам и Хава, кушайте, от всего, персики, виноград, гуява, абрикосы, дыни, арбузы, от всего кушай». Наши мудрецы даже говорят, это мицва кушать, потому что Всевышний сотворил этот мир для нас и специально нам дал кошерное мясо, кошерную рыбу, кошерные овощи для того, чтобы мы наслаждались его миром. Это мицва кушать. Пожалуйста, ешь, миколь тухаль, от всего кушай. Но, и в конце он добавил маленький такой постскриптум: от дерева познания добра и зла не ешь. Немножко, потерпи, ничего не станет. 3 часа, 5 часов. Ой, в общем, первые 2 часа они, конечно, держались. А потом подошла Хава к этому дереву посмотреть на его замечательные плоды и увидела там змея. И змей ей сказал: «А почему ты не кушаешь от этого дерева?» И слышал я, сказал он, прямой текст Торы. К сожалению, у меня нет сейчас Торы на русском языке, дети забрали в школу, я бы очень хотела вам зачитать, но у каждого будет эта возможность дома после урока в интернете даже посмотреть. Что использует Ецер Ара? Он говорит: «Слышал я, что Всевышний запретил вам кушать от всех плодов, которые находятся в этом саду». Как от всех? Что Всевышний сказал? Миколь тухаль, от всего кушай, наслаждайся, кайфуй. Одно маленькое, вообще некрасивое, невкусное, оставь в сторонке, не ешь. Вопрос, почему Всевышний это сотворил, это дерево, мы оставим немножко на позже. Но можно было кушать все. Приходит этот змей, Ецер Ара, и говорит: слышал я, что ничего нельзя. Также и в наше время этот Ецер Ара приходит к нам и говорит: еврейская жизнь, соблюдающая жизнь, религиозная жизнь — это правило, где ничего нельзя. Вы смотрите на соблюдающего человека и говорите: да невозможно, в ресторан он не ходит, за границу с собой он берет с собой эти консервированные банки туны и хлеба, потому что не везде есть кошерные рестораны. Женщина бедная ходит в этих юбках, в колготах, а еще этот парик, который постоянно слезает. Мужчина должен ходить, да кучу всего вы можете найти, посмотреть на религиозного человека и сказать: да не, им все нельзя. И это то, как говорит нам Ецер Ара, и вот мы видим в этом примере. Вообще религиозному человеку можно все. И я в своем религиозном образе жизни кайфую, и я чувствую себя и модно, и красиво, и все мне позволено, и все я кушаю. И я рада, что вот это все меня все равно держит вот в каких-то рамках, и я знаю, что я иду правильной дорогой, не свернув никуда, особенно в наше сложное, материальное, быстротечное время. Но не об этом. И Ецер Ара находит интересный способ и говорит: слышал я, вам ничего нельзя. И Хава начинает тут выступать в роли женщины, которая хочет всем рассказать, как себя надо вести, что тоже очень опасно. И что она говорит? Нет, ну послушай, Всевышний нам разрешил от всего, от этого дерева он не разрешил, потому что... И тут она говорит: потому что мы умрем. И тут этот змей толкает ее руку, и она дотрагивается до этого плода. И он говорит: опа, дотронулась, и ничего с тобой не стало. А хочешь, я тебе расскажу секрет, что произойдет, когда ты съешь этот плод? А вот что.
ты станешь такой же мудрой, как Всевышний. И он запретил кушать от этого дерева, потому что это дерево было еще до того, как появился Всевышний. И он боится конкуренции. Всевышний знает, что как только ты съешь от этого дерева, ты уподобишься ему и сможешь тоже творить, как и он. Для того, чтобы не было конкуренции, он это сделал. Хава, послушай, у тебя получится лучше. Ты сотворишь этот мир круче, ты сотворишь этот мир плодороднее, ты сотворишь этот мир ярче. Съешь, я тебя прошу, и ты увидишь, какие чудеса ты сможешь сделать. Подумала Хава и решила, отличная идея. Это как будто вам продают лотерейный билет и говорят, этот номер точно выиграет. Я тебе гарантирую, я видел, я договорился, я дал шохот как-то взятку, он выиграет, и ты заработаешь миллиард долларов. То же самое Хава, она увидела этот лотерейный билет и сказала, ого, беспроигрышный вариант, все очень четко. И она подходит к Адаму, она сама не кушает. Почему она сама не кушает? Потому что она думает про себя. Слушай, ну если я умру, то это, конечно, плохо, но знаешь, что хуже? Это если у моего мужа будет новая жена. Это значит, я умру, а он будет еще наслаждаться жизнью? Нетушки, если мне будет плохо, то ему будет плохо. Вообще, парочка они были идеальная. Мне кажется, любой бы психолог семейный был бы рад получить такую парочку к себе на прием. И, в общем, идет она за Адамом и уговаривает его, чтобы съел он тот плод. Он кушает, и ничего не происходит, кроме того, что вдруг они видят, что они стали наги. Это вкратце наша история, но я вам хотела задать и вместе с вами ответить три вопроса, которые мы задаем себе, когда учим эту главу. Три вопроса, которые лежат на поверхности, для которых не надо изучать кабалу, залезать в какие-то пельпулим, в глубину. Три вопроса, которые лежат на поверхности. Первый из них – в чем смысл, поинт, затея, задумка дерева познания добра и зла? Неужели человек, когда был сотворен, он не знал, что есть добро и зло? Суть того, что есть деревья, от которых можно кушать, есть от которых нельзя, уже показывает нам, что есть хорошее и плохое. Тем более мы знаем, что Адам и Хава, они не были рождены младенцами, которые, может быть, как-то неправильно были воспитаны. Они были рождены здоровыми, умными ребятами, которые понимали, что они сотворены, и мы живем в этом мире для того, чтобы каждый день и каждую секунду делать выборы между добром и злом. Более того, я хочу усилить и сказать, насколько Адам был гениальным человеком. Чем он занимался 2 часа до того, как они согрешили? Вообще, они не грешили эти 2 часа, потому что Адам был очень занят. Отсюда мы тоже учим, что как только у нас есть желание согрешить, мы обязательно должны себя чем-то занять, потому что когда руки работают, мысли не думают о плохом. Он был занят тем, что он называл животных, давал каждому животному имя. Почему Всевышний не мог это сделать и не мог поручить это задание, эту задачу ангелам? Потому что ангелам было не под силу сделать то, что сделал Адам. Он не просто называл этих животных с выдуманными именами. Для того, чтобы называть животное, он должен был за секунду определить суть этого животного и дать ему имя, характеризующее его. И мы видим несколько примеров, которые мы сейчас можем в наше время объяснить и догадаться. Например, хамор. Хамор – это осел, создан он от слова хомер. Хомер – это что-то низкое, что-то непонимающее. Адам дал ему такое имя, потому что это самое глупое из животных. Келев – собака. Ка-лев, ке-лев, как будто лев. Собака – это друг человека, который очень преданный человеку. Как сердце переводится собака на иврите. Сус – лошадь. Например, это создано от глагола «скакать», высоко поднимать копыта, потому что это очень свойственно лошади. Какое бы животное мы с вами ни взяли, у него есть очень глубинное имя. И с Божьей помощью через 2 недельные главы мы с вами тоже поговорим о сути и влиянии имени тоже на человека. Но у животных это не менее важно. Адам был гаоном, гениальным человеком, который мог только посмотреть на животное и тут же понять, для чего он был создан и какая его главная задача в этом мире, и дать имя. Скажете ли вы, что этот человек не мог догадаться, что есть добро и зло? Это первый вопрос. В чем смысл дерева, которое дает нам вот это познание –
различие между добром и злом. Что мы не знали тогда и что мы с вами знаем сейчас после этого греха. Вторая история про одежду. Где связь между согрешить и почувствовать себя нагим? Почему, когда мы едим с вами туну и тортики, у нас нету такого: «О, я типа голый, я чего-то стесняюсь», мы вообще ничего не стесняемся. А тут он съел и вдруг прикрылся сразу листиком, почувствовал себя неловко. Почему как-то следственная вот эта связь согрешил, почувствовал себя голым? Почему именно это чувство первое к нему пришло после того, как он съел? И третий вопрос, который самый актуальный для нас в наше время. Как змей заставил, убедил, добился того, что Адам и Хава, самые святые люди на земле, повелись на его уговоры и согрешили так, что с тех пор все поколения несут за это ответственность и платят за эти грехи. Мужчины, которые в поте лица добывают деньги, женщины, которые в муках рожают, и много-много другого, имеет корень и начало именно с этой истории. И мы с Божьей помощью поймем, как ее исправить и в чем была ее суть. Я расскажу вам маленькую историю из Гмары. Был такой человек, которого звали Раби Бана. Этот Раби Бана, он посвятил свою жизнь тому, что он ходил по земле, по городам и делал ограды над могилами. Раньше было такое, что человек мог оскверниться от мертвого человека. И иногда хоронили так, что памяти о том, что там лежит человек, не было. И он ставил такие оградки для того, чтобы коины, люди, которые боятся нечистоты, имели возможность эти места обходить и оставаться духовно чистыми. И вот он пошел в пещеру Махпела в Хевроне и решил начать ограждать места, где похоронены Адам и, Адам и Хава, Моше и Сара, Яков, Лея, Лея Рахель там не похоронена. В общем, пошел он туда, входит. Кстати, мы с вами эту историю, естественно, не принимаем как в прямом смысле этого слова. Эту историю очень мудрецы наши красиво объясняют, что имелось в виду. Но я вам расскажу вот так вот вкратце, чтобы мы вообще поняли, к чему я веду. Заходит он сначала в первую могилу, где похоронены Авраам и Сара. На входе их встречает раб Лезер. И говорит: «Что ты хочешь?» Он говорит: «Я пришел посмотреть на Авраама и Сару и отметить место, где они похоронены». Вошел он в эту гробницу и увидел, как, ну, написано, есть этому объяснение, я скажу, как есть. Сара, Авраам лежит на коленях у Сары, и она вынимает ему из головы в шеи жучков. Коротко объясняют наши мудрецы, что у Сары был только один сын, но он был праведник, у Авраама тоже был Ишмаэль, и вот эта вот нечистота Ишмаэля до конца дней Сара должна была ее у Авраама убирать, исчищать. Неважно, не лезем. Посмотрел он на могилу Сары и Авраама, пошел дальше, он увидел Ицхака, он увидел Якова, и после Якова он хотел зайти и посмотреть на могилу Адама и Хавы, и тут ангелы сказали: «Стой, тебе туда нельзя». «Ну как, мне же надо посмотреть и знать, как отметить эту могилку». И они сказали: «Видел ты Якова? Якова лицо очень похоже на лицо Адама». «Окей, может быть, мне и не так важно увидеть Адама, как узнать, какие мерки его захоронения». И тогда он сказал: «Возьми также такую же могилу, как есть у Якова, и такой же размер сделай Адаму». Мы к этой истории еще вернемся в конце с Божьей помощью. Но сейчас я из этой истории хочу вынести, что Авраам, Сара, Рахель, Лея, Яков, Ицхак, все они вместе и обладают меньшей святостью, чем Адам 930 лет после греха. Вы понимаете, насколько это был святой человек, насколько он был гениальный, насколько он был вообще невероятный, и как этот человек мог совершить такой глупый грех всего лишь 2-3 часа после того, как был сотворен. К
Кстати, я хочу немножечко отойти от темы. Мы все знаем, что как обычно рисуется на холстах вот эта вот вся история Адама и Хавы, что Хава взяла яблоко. Вот это я сейчас с вами хочу немножечко затронуть. Яблоко это точно не было, это не наша традиция. У нас Талмуд приводит три варианта, которые могли бы быть, если вам это интересно. Какой плод они съели? Значит, первое, что нам Талмуд приводит, это... Секунду, что он нам приводит? Видите, я забыла. А, первое, он приводит инжир. Спасибо большое. Инжир. Почему инжир? Потому что сказано, что как только они согрешили, они прикрыли свою наготу листиком инжира. Почему? Почему? Потому что это дерево, которое стояло рядом, и, скорее всего, они съели этот плод, и от того же дерева листья, который был рядом, прикрыли все, что они хотели прикрыть. К тому же наши мудрецы говорят, что это единственное дерево, которое упомянуто в нашей недельной главе. Почему именно оно упомянуто? Наверное, чтобы показать, что плод именно этого дерева они использовали как для того, чтобы согрешить. Но нет. Почему нет? Потому что финик нельзя назвать деревом, и, к сожалению, он не несет никакого понятия, понимания между добром и злом. Съел ты финик, не съел ты финик, ничего в твоем сознании не поменялось. Второй, извините, инжир. Инжир, конечно, инжир, финик. О чем думаю, о том и говорю. Инжир, благодарю, Татьяна. Вы меня внимательно слушаете. Инжир. Второй вариант, который приводит Талмуд, говорит, что это была хита, колоски пшеницы. Почему? Потому что именно пшеница приводит ребенка к осознанию того, кто мама и папа. Написано, что до того, как ребенок не кушает злаки, все его мама, папа не имеют никакого отношения к маме и папе. Это просто слоги, которые он произносит. Как только ребенок начинает кушать хлеб и злаковые продукты, у него меняется сознание, он уже понимает, что мама – это мама, папа – это папа, и мы знаем, что как только ребенок начинает кушать такую еду, уже при... когда он сходил по-большому, в этом запахе нельзя молиться. До этого это еще не считается нечистотой, после того, как он начинает кушать хлеб, это уже... как взрослый человек. Хлеб, он меняет сознание. Но какая проблема в хлебе? Хлеб – это не дерево. Колоски – это не дерево. А у нас прямым текстом сказано, что это дерево познания добра и зла. И тогда приходят наши мудрецы, в Талмуде дают третий ответ, который мне очень нравится. Говорят они, что это была виноградная лоза. Во-первых, виноградная лоза, она доходит до... высоты дерева, а во-вторых, ничто другое, как вино, не дает нам вот этого чувства, что мы теряем свое сознание. Ничего нас не выводит так из заблуждения, как вино. Написано, что входит вино, выходит секрет. И именно вино мы можем использовать для раскрытия своего потенциала. Раньше наши мудрецы пили вино для того, чтобы немножко выйти из этого мира, постигнуть глубже знания Торы, а есть те, кто что делают, кто пьют вино, и не дай бог потом за свои деяния после в алкогольном опьянении сидят в тюрьме всю жизнь. Поэтому в нашем понимании мудрецы сводятся к общему знаменателю, что, скорее всего, этим плодом был виноград. Если вдруг вам это было интересно. Мы с вами продолжаем. Есть один такой, один бизнесмен, очень религиозный, который сам о себе рассказывал эту историю. Я вам тоже хочу ее рассказать и поделиться. Зовут его Моше Эренберг. И вот этот Моше, он постоянно ездит по миру, у него бизнес в разных странах. Единственное правило у него есть, каждый Йом-Кипур он должен быть дома. Молиться в своей синагоге, молиться в своей одежде, по своему нусаху, по своему сидуру, по своему привычному месту, потому что это то место, как, то время, когда мы не должны не думать ни о чем, кроме о своей связи со Всевышним. И я его очень понимаю, потому что именно сейчас, это был мой первый Йом-Кипур в Израиле, мы недавно сделали алию, я пошла в новую синагогу, и, к сожалению, там не хватало для всех сидуров. И поэтому я вышла и в другой синагоге взяла сидур. И я понимаю, что я хочу молиться. Я не понимаю, где
они что-то одно молятся, я это все дуры пока найду, уже опять не понимаю, где они молятся. Постоянно я, в общем, всю молитву искала, где они молятся. И потом я догадалась уже со слезами на глазах спросить женщину, покажите, где он молится. Я хочу перестать думать о том, что молиться, я хочу думать уже о словах, которые я говорю Всевышнему. И она на меня посмотрела, посмеялась и говорит, так это же сефардский сидур, у них вообще совсем другие молитвы. Вот тебе ашкеназский, пожалуйста, молись. И последние 15 минут мне удалось Йом-Кипур помолиться на вечерней молитве. Поэтому быть Йом-Кипур в привычном месте – это очень-очень важно. Но, продолжим. Была у него пересадка перед Йом-Кипуром, когда он летел домой во Франкфурте. И, к сожалению, была задержка. И единственный день, когда аэропорт Израиля не работает, это Йом-Кипур. С этой задержкой самолет не успел бы приземлиться в Израиле, поэтому им предложили остаться там на Йом-Кипур. Естественно, он был очень расстроен, он это очень красиво описывает, у меня нет времени, я сама это не пережила для того, чтобы вам достоверно рассказать, но суть вы уловите. Он не успел купить себе никакой одежды, в своей будничной одежде, без сидура, без белой кипы, без ничего, пошел в большую синагогу. Он ничего не ожидал, он понимал, что этот Йом-Кипур будет испытанием. Он пришел и обалдел. Это огромная синагога, старинное здание, в которой молятся больше 2000 человек. Говорит, что большинство из них были выходцы из Советского Союза, русскоязычные, пережившие Холокост, очень особенные люди. Он сказал, что он успокоился и понял, что, наверное, не так будет страшно все, как он представлял. Все изменилось, когда Хазан, которого зовут, боже, он очень знаменитый Хазан, сейчас Цувик Гринвальд, он очень знаменитый, его приглашают во всем мире. Вот этот Цувик Гринвальд, он начал молитву, он был еще молодым парнем. И когда наш Моше услышал молитву Коль Нидре, которую поет этот парень, он обалдел. И он понял, что никогда он не слышал такой молитвы. И что эта молитва уносит его без сидура напрямую ко Всевышнему. И он почувствовал вот эту близость и святость всего этого дня. И он, естественно, не мог спокойно пережить вот этот духовный подъем. После молитвы он подошел к этому Цувику. Цувик, наверное, это Цвика. Цви, не знаю. Он подошел к нему и сказал, я был в Йом-Кипур всю жизнь. В одной синагоге, но в каждый раз в Йом-Кипур там был разный хазан. Я слышал миллионы видов молитв, но так, чтобы так молитва меня унесла, и я так ей насладился, у меня не было ни конца, никогда. И расскажи, пожалуйста, в чем твоя история, в чем твой секрет, в чем смысл этой молитвы, как ты смог добиться вот этого невероятного ощущения? И он сказал, я тебе расскажу. Когда-то, когда я был совсем молодой, я тоже вел молитву в Йом-Кипур. И все, кто ведет молитву в Йом-Кипур, даже кто не ведет, он может догадаться, что в пост, когда нельзя ни пить, ни кушать, 25 часов пост, провести всю молитву, петь, напевать, говорить очень быстро, говорить очень медленно, говорить очень громко, и все это целые сутки очень сложно. Когда Хазан выходит с этой молитвы, первым делом он пьет стакан воды и просто сидит, отдыхает. Так вот, говорит этот Цувик, я закончил эту молитву, закончил вторую, третью, подошел конец Йом-Кипура, я подождала, пока все люди выйдут, выключил свет, выхожу из синагоги, и вдруг я вижу, навстречу мне идет какой-то человек в белой такой кипе, знаете, которые обычно в синагогах выдают, с надписью еще какой-то, видно, что человек кипу в обычный день не носит. Этот человек подходит к нему и говорит, подожди, подожди, а когда будет Коль Нидрей, я что, не успел? И наш Хазан говорит, ну, вообще-то уже Йом-Кипур закончился, а Коль Нидрей был вчера. И этот человек начал плакать. Я не верю, как такое со мной могло произойти. И он рассказал свою историю, что его родители выжили в Холокосте, русскоязычные. И его папа ничего не соблюдал, но он ему сказал, своему сыну передал. Пожалуйста, что бы ты ни делал, как бы ты себя ни чувствовал, евреем или нет, приходи, пожалуйста, в синагогу ко Всевышнему раз в год в Йом-Кипур. Больше я не требую ничего. Пожалуйста, это самое для меня главное, пообещай перед моей смертью.
И я пообещал, что я ни разу не пропущу. Мне уже 50 лет, я не веду еврейский образ жизни. Но уже 50 лет я ни одного Йом-Кипура и ни одного Коль-Нидрея не пропустил. Неужели этот год сделает мне полный разрыв с моим еврейством? И тогда наш Цувик понял, что говорится о чем-то невероятном, что он никак не может пройти мимо, опустить, не помочь. И он после этого тяжелого поста, не посидев, не попив, включил свет в синагоге, одел вновь свои белые йом-кипурные одежды и опять 3 раза повторил эту молитву Коль-Нидрей. И он говорит, такой молитвы у меня никогда не было. За каждый раз, когда я являюсь хазаном в синагоге, мне платят большие деньги, потому что не каждый может выстоять и красиво трогать и на всю эту молитву пропеть. Поэтому, естественно, все эти годы, каждый раз, когда я молился эту молитву, я думал, а нравится ли это людям, а как я пою, а как я выгляжу со стороны, а может громче, а может тише, а может убедительнее. Из-за того, что мне платили, я мало углублялся в то, что от меня хочет Всевышний, а больше думал, как я выгляжу в глазах остальных. Но сейчас он стоял со своим папой, я стоял со своим папой Всевышним, и мне никто не мешал, и я ни о ком не думал. И я молился, как никогда. И с тех пор вот эту молитву и вот это чувство, что вокруг меня нет никого, а только мой Всевышний, мой Папа, к которому я обращаю все мои молитвы, ведет меня, и поэтому моя молитва такая особенная. Трогательная история, правда? Почему я ее сейчас рассказала? Потому что с тех пор, как Адам и Хава скушали от дерева познания добра и зла, Ецерара, злое начало, стало частью нас. Это тот неисправимый факт, который произошел именно этим грехом. Всевышний, естественно, создал добро и зло. Но что? Зло было отдельно. Всевышний хотел, чтобы внутри мы были добрыми, и зло приходило к нам снаружи, и мы умели дать ему отпор, умели отстоять свое право быть хорошими людьми, ведь Адам и Хава, они родились в раю, и Всевышний хотел, чтобы мы в этом раю продолжали жить. Конечно же, было... Спасибо большое. Конечно же, в мире изначально было плохое, но оно не было частью нас. С тех пор, как мы согрешили, зло стало частью нас, неотъемлемой частью. Это то, что Всевышний не хотел. Для нас внутри уже нету понятия добро и зло. У нас все субъективно. В нашем понятии есть добро, смешанное со злом. И сейчас люди выглядят совсем по-другому, потому что я могу давать детям каждый день кушать борщ, зная, что я как мама даю им все витамины, а моим детям это не надо, они макароны хотят. То, что я думаю, что это добро, для кого-то определенное зло, и то, что я думаю, что для меня это зло, а другой человек хотел мне этим сделать комплимент и порадовать, в нашем сознании смешалось добро и зло, и мы неотделимо связаны с ним. Раньше, до этого греха, эти несчастные 3 часа, когда бы подошел еврей и сказал, я хочу помолиться еще раз Коль-Нидрей, у человека не возникло бы мысли, помочь или не помочь, потому что мы точно могли отделить хорошее от плохого, где надо помочь, кому надо помочь, что надо сделать и в какой форме. Сейчас мы все стали, извините, неадекватными. Мы слышим наше Ецерара изнутри. Оно поселилось в нас, оно стало частью нас. И это не Ецерара, которое мы можем сказать, мы точно знаем, что это плохое. Это Ецерара, как говорит Раби, которая постоянно одевается в одежды раввина, в одежды хасида. Почему? Подумайте, разве когда-то ваш внутренний голос Ецерара сказал вам, не иди на пробежку, оставайся толстой? Нет, он никогда так не скажет. Что он скажет? Не иди сейчас на пробежку, потому что прохладно, и там много людей, и вообще детей одних оставлять. Давай завтра. А когда мы утром хотим встать на молитву, что нам Ецерара говорит? Не вставай на молитву, кому это надо? Нет. Он говорит,
Поспи, Одиночка, поспи, дорогая. Ведь если ты выспишься, твоя молитва будет намного лучше, намного глубже, чем если ты сейчас встанешь к 7 утра и помолишься одним глазом. Наш Яцерара научился жить внутри нас, есть нас и разговаривать с нами так, что даже мы уже потеряли вот это вот осознание того, а где на самом деле то, что хорошо для нас, и то, что плохо от нас. Отмазки. Перевод стрелок. То, что делала вначале Хава и Адам, то передалось нам. И теперь при таком объяснении нам становится немножко понятно, почему тогда они почувствовали свою наготу. Раньше люди не были эгоистичные. В наготе нету ничего плохого. Разве мы стесняемся своей руки или своего лица или ноги? Почему мы стесняемся других тел? Ведь первая заповедь, которая нам дана, и первое, что нам надо делать после свадьбы, это невероятная святость, это желание Творца, чтобы мы были с мужем, чтобы у нас были отношения, чтобы мы рожали детей в этот мир. В нашей наготе нету ничего плохого, нескромного. Почему вдруг человек почувствовал, что в этом есть что-то? Потому что когда раньше, до греха, у человека не было эгоизма, и он точно знал, что хорошо, что плохо, он желал свою жену, потому что так хотел Всевышний, потому что это была заповедь, потому что внутри него было только добро и не было никаких пагубных, чужих, грязных мыслей. Как только он съел от дерева познания добра и зла, он тут же начал смотреть на женщину с пренебрежением. Он уже знал, что можно воспользоваться женщиной и без исполнения этой заповеди. А женщина уже знала, что она может быть с мужчиной без желания расти, только потому, что он богатый, и она с ним чувствует себя защищенной. И как только они почувствовали вот эти вот свои мысли, они тут же застеснялись, потому что так же, как я думаю о нем, он думает обо мне. Нету ничего плохого в наготе. И когда она происходит в святости между мужем и женой, по обоюдному согласию, вот в правильном месте, в правильное время, нету ничего крепче, святее, нет, не святее, в общем, нету ничего духовнее, чем эта связь. Но мы начинаем стесняться этой наготы, когда мы знаем, что мы это используем не так, как хотел от нас Всевышний, в нашем распоряжении. Деньги. То же самое, в деньгах нет ничего плохого. Плохо, когда мы их воруем, когда мы не отдаем маасера, когда мы не помогаем бедным, проходя мимо. Нету ничего сейчас, что мы могли бы сказать объективно, это добро, а это зло. Все может быть в совокупности, это то, к чему привел вот этот вот грех. Окей, и начинаем, и продолжаем с вами дальше. Я только пытаюсь вспомнить, секунду, какой у нас был третий вопрос. А, как змей это делает и как он влияет на нас до сих пор в нашем поколении? Ох, если бы у меня была Тора, но с Божьей помощью я записала сейчас, как он это говорит. Откройте, пожалуйста, Тору и прочитайте, как змей описывает это дерево познания добра и зла для того, чтобы соблазнить Хаву отведать этот плод. Виноград, как мы уже с вами поняли. Что змей говорит? Тов эцли маахаль. Как это дерево смачно, вкусно. Очень круто его скушать. Тов эцли маахаль. Хорошо дерево для еды. Тава лайнаим. Это ублажение для глаз. Это услада моих глаз. Вот такими вот прям эпитетами, которыми мы не пользуемся. И для желудка это хорошо. И для глаз наших это великолепное дерево. Нехмат эц лимарэ. И выглядит он хорошо и внутри, и снаружи. Боже, да мы послушаем этот Ецерара. Такое ощущение, как будто он нам ангела жизни, ангела любви, я не знаю, Купидона описывает. Как будто он нам описывает чувство невероятное Всевышнего, не знаю, кого он нам описывает вот этими всеми эпитетами невероятными, которыми не описывается ничто другое. Он нам описывает дерево, с помощью которого, из-за которого мы сейчас рожаем в муках, мы работаем в поте лица, мы до сих пор не можем привести Машиаха, потому что этот грех столько поколений, а мы еще не смогли его исправить. Не обалдеть, какими словами он это все описывает. Почему?
Потому что раньше, до этого греха, было четкое понятие, как мы с вами сказали, добра и зла. И Хава привыкла, что если это добро, это выглядит красиво, а если это зло, то обязательно на лбу у злодея должно было быть написано «Я подонок», «Я козел», «Я использую», «Я плохо делаю». Дай Бог, чтобы это так было, тогда бы разводов бы было меньше. Но что? Раньше добро точно называлось добром, а зло точно называлось злом, и поэтому Ецер ара, этот змей, хотел показать, посмотри, какой вообще красавчик это дерево. И выглядит смачно, и вкусно, и красиво, и вообще у тебя жизнь будет сказочная. Это то, что делает Ецер ара до сих пор. Он никогда не называет вещи своими именами. Все плохое, что мы хотим сделать, он называет самыми смачными красками. Вы можете сказать, что это наше подсознание так называет, внутренний голос. Но мы же знаем, когда внутренний голос хочет, чтобы мы сделали плохое, это не можем мы сами себе желать. Это и называется происки и работа Ецер ара. Ецер ара говорит нам невероятные слова из... А как-то рисует нам крутую картину. Послушай, друг, значит, я знаю, что там можно украсть деньги. Ну и что, он их все равно нечестно заработал. Давай так, ты украдешь, зато своих детей выведешь за границу, и они увидят море. С одной стороны, классно, но он реально их тоже украл. А чего мне ему не украсть? Чего мне своим детям не дать? И только после того, как мы это делаем, что происходит? Спадают все краски, спадают все обертки, спадают все обещания, и Ецер ара никогда не несет за это ответственность. А что, я всего лишь сказал, укради, это твое решение. Я всего лишь сказал, что это дерево очень вкусное, а то, что ты его съела, только ты, и ты несешь за это ответственность. И никогда еще не было, чтобы Ецер ара говорил нам правду. И всегда, когда мы... Если своровал, ты сидишь в тюрьме. А если ты не занимаешься спортом, ты и кушаешь неправильно, ты толстый. А если ты не молишься, то ты не приближаешься ко Всевышнему. Нету другого. Что бы тебе Ецер ара не обещал, нету другого варианта. Плохо делаешь, плохо получаешь. Хорошо делаешь, хорошо за это получаешь. И хорошо, и много. Ецер ара имеет... вот такой вот особенности, за которую он будет наказан. Всевышний не дал Ецер ара вот этот вот сход и эту возможность нас обманывать. Изначально, правда, мир был создан так, что у каждого должна была быть наклейка. Я хорошая, но завидую. Я там добрая, но я такая-то. Ецер ара не имеет права говорить нам неправильные вещи. Он должен был нам сказать, послушай, не встанешь на молитву, будешь наказана. Хочешь, бери, не хочешь, не бери. Вот это дорога Ецер ара. Сказано у нас в Шульхан Арухе, я, к сожалению, не открывала, поверила только раввину, который это сказал, надеюсь, что это правильно. Какое, за что несет наказание шохет, который убивает корову в шаббат? И сказано, что одно из нарушений, которое он делает, это окрашивает кровью. И это то, за что он... Это то нарушение, за которое он несет наказание. Мудрецы это связали и говорят, что за это же самое Ецер ара понесет свое наказание, за то, что он окрашивает наши плохие действия красивыми красками. И мы должны с вами понять и почувствовать этот голос внутри нас. И уметь разделять между добром и злом. Уметь понимать, что если мы сами себе желаем плохо, то это Ецер ара. И он не несет ответственности за наши грехи. Только мы с вами будем виноватыми и будем нести ответственность за то, что мы сделали. А если есть второй голос, который тебе внутри говорит, давай ты встанешь, я верю, ты сможешь, сделай, у тебя получится. Ну еще немножечко дотяни, доучись, еще один день, еще одну минуту. Знаете, что это ваш внутренний голос, который противостоит вот этому Ецеру. Я вам говорила, что мы с вами еще вспомним вот эту странную историю, приведенную в Талмуде про Якова Адама, которому не пустили нашего человека. Как его звали? Равбана. Так помните Йосеф, когда он был в Египте, к нему приставала жена Потифара, и она ему говорила,
Вот то, что любит говорить Ецерра. Послушай, ты не женат, ты красавчик, я красавица, давай у нас будет с тобой связь, даже никто об этом не узнает, да я тебя возвышу, да ты станешь выше моего мужа, у тебя будет все, несказанное богатство, невиданные привилегии. Я не знаю, кто бы мог в наше время от такого вообще отказаться. И, наверное, Йосеф был близок к тому, чтобы, не буду даже говорить это слово, соблазниться, как написано, что перед ним стал образ Якова. И спрашивают наши мудрецы, почему именно образ Якова смог его так отдалить от этого греха, как бы хлопнуть в ладоши и сказать, стой, 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 все, что она говорит, глупости, выкинь это из головы, не слушай, это как цыгане, вот это вот, и ты ему уже снимаешь сережки и отдаешь, не слушай эту жену Потифара. Но почему именно Яков, спрашивают наши мудрецы, почему не Адам, почему не Авраам, почему не Ицхак, не другие наши цадики? Потому что мы с вами сказали уже в начале урока, что Яков очень был лицом похож на Адама. И Яков говорил, посмотри на меня и вспомни Адама, что ему обещали и что он в конце получил, и как ты до сих пор за это несешь ответственность. Поэтому каждый раз мы с вами должны уметь разделять два голоса внутри нас, хороший и плохой, и знать, что именно плохим голосом говорит с нами Ецер ара, и попытаться исправить тот самый грех. И последнее я хочу сказать. Спросили ученики у Рав Зуши, они ему сказали, ведь в Адаме находились все наши души, и моя душа, и ваша душа, все это была одна большая душа. Почему Рав Зуша когда-то не находился в теле Адама, ты не смог повлиять на него, чтобы он не сделал... Спасибо большое. Чтобы он не сделал этот грех. Рав Зуша сказал, я мог на него повлиять, но я это не сделал. Знаете почему? Потому что если бы Адам тогда не совершил этот грех и не отвергнул бы от дерева познания добра и зла, до сих пор все наши поколения чувствовали бы вину. И вот этот вот, на иврите слово «фисфус», то, что мы что-то пропустили. Мы постоянно бы себя ели за то, что... Блин, ну вот жизнь, наверное, такая плохая и сложная, потому что тогда мы не попробовали. Вот если бы тогда попробовали, вот бы мы смогли, вот бы мы сделали, вот бы мы достигли. Наверное, тогда бы у нас появились определенные силы, и мы бы были сильные, как Всевышний. И, наверное, мы бы даже могли сами, как Всевышний, создавать эти миры, творить и делать невероятные чудеса. Я не мог этого добиться, потому что всегда бы люди чувствовали, что они где-то там не... Спасибо большое. Где-то там не что-то не попробовали, и теперь бы себя за это ели. И последнее. Я не могу оторваться. Следующий урок будет короче, с Божьей помощью. Но я все-таки закончу этот вот такой длинной нотой. Один раввин пришел в магазин покупать святые книги, нашел то, что ему надо, спросил, сколько стоит, ему сказали 100 шекелей. И он говорит, не, давай за 90. Да нет, дорогая книга, давай за 100, давай за 90, давай за 100. А, ладно, ну давай за 100. Дал ему 100 шекелей, вышел из магазина, его хасиды спрашивают, Раби, ну где это видано, чтобы торговали за святые вещи, это же неправильно, не по-еврейски. И он говорит, я не торговался, чтобы сэкономить деньги. Я торговался, чтобы у этого человека потом не было чувства, что... Он так быстро согласился за 100 шекелей. Почему я ему не продал за 120? Он бы и за эту сумму купил. Человек постоянно себя кушает за то, что он когда-то не сделал. И чтобы у нас этого не было, Всевышний дал нам возможность совершить этот грех. Но то же самое он нам дал возможность и эти знания для того, чтобы мы этот грех смогли исправить и тем самым приблизили бы приход праведного и правильного Машеха. Все, спасибо вам большое. Отлично начали, 100 человек в эфире. Дай Бог, к концу этого года у нас будет тысячи и тысячи людей. Прошу вас, передавайте этот урок дальше, передавайте знания, которые вы получили на уроке. И так вместе, шаг за шагом, мы будем делать этот мир лучше. Спасибо, всего хорошего.